Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу ХОРТ, політолог. Разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго дня, радий вас бачити і чути. Навзаєм. Пане Кирило, я би хотіла поговорити, відштовхуючись від Бахмута, поговорити про літаки, про авіацію, яку ми так сильно чекаємо, а про авіацію четвертої генерації, про F-16. Ось чуємо ми заяви від нашого вищого політичного керівництва, від Дмитра Кулеби, мовляв, є прогрес. Але Юрій Гнат говорить про те, що навіть якщо вже зараз буде рішення і візьмуть наших пілотів на навчання, це щонайменше 3 місяці, ну і далі рахуємо. Окрім того, що нам потрібно розбудувати інженерну систему, літаки, аеродроми, Резніков говорить про те, що треба буде ще і постачати ракети, і все обладнання, і лагодити ці літаки. Власне, чи буде це прецедентом, коли контрнаступ вдасться без паритету в авіації? Дійсно, з авіацією питання складний, і нас не хочуть ни Резников, ни Гнат какими-то шапкозакидательскими, чересчур оптимистичными прогнозами сейчас успокаивать. Это неправильно делают совершенно. А то складывается иногда ощущение, что для многих война закончилась, и уже все говорят, вот сейчас будет контрнаступ, сейчас всех вышвырнем, а бои на самом деле под Бахмутом, в Бахмуте в самом... Под Бахмутом очень жесткие бои, в Бахмуте вообще ад. То есть все очень непросто. И поэтому самолеты будут, и пилоты уже учатся. И решение, я думаю, принято, потому что мы помним, как с «Хаймарсами» было долго, как с танками было долго. И все решалось положительно. И с самолетами тоже решится. Что касается кейса наступления, контрнаступления нашего без преимущества в авиации, ну, вспомним, как мы готовились к операции на Херсоне всерьез. Мы готовились наступать туда, сбрасывали все, что могли. Враг готовился обороняться. Все это делали настолько незаметно, что операцию называли «Цитадель». А потом операция Сырского, которая вошла действительно в историю, это освобождение Харьковщины. Без авиации, рейд в тыл противника и вынужденные жесты доброй воли и бегства. Возможно, и сейчас будет так же. Тем более, давайте понимать намеки нашего командования. Тот же генерал Сырский, командующий сухопутных войск, который из Бахмута фактически из донецкого направления не уходит, встречается постоянно с командирами, с бойцами. И он понемножку рассказывает, но его он рассказывает так, очень аккуратно, между строк. Например, вот он сегодня, по-моему, заявил, что враг идет навалом страшным, любой ценой идет вперед, любой ценой нас давит, не считаясь жертвами. Но мы удерживаем позиции, и в конце аккуратно добавил, кое-где перешли в контрнаступление и выкинули их с их позиций. Так что, видите, работаем. Работает наша пехота, работают штурмовые бригады. Работает национальная гвардия, пограничники, здесь все вместе работают. И те, казалось бы, кто должен, вчера кто отмечал праздник, пограничники, которые должны держать кордон, они здесь работают как спецназ настоящий. Так что постепенно идет выжимание и без авиации. Хорошее ПВО, которое позволяет закрыть небо, это уже решает половину вопросов. А дальше работает наша арта, наши ракетчики и наша пехота, наша спецура, которые наступают и вышибают их с позиций. Кирило, звісно, армія і українські сили оборони зараз і рік тому, 2 роки тому абсолютно на різних рівнях, але ми розуміємо, яку ціну ми платимо за це. Так, це життя ваших, в тому числі, побратимів, наших друзів, рідних. Але разом з тим, коли українська сторона, я тут до вас звертаюся не тільки як до військовослужбовця, а й до вашої цивільної професії політолога апелюю, коли українські дипломати, посадовці в приватних розмовах і виступаючи на різних конференціях кажуть, що дайте нам зброю для того, щоб ми в першу чергу зберегли життя українців. Чому з тими ж F-16 дискусія триває вже більше року? Про них ми почали говорити в лютому-березні минулого року. І досі ми бачимо, що є якісь зрушення, так? Але ну, літаки нам досі не передали. Есть несколько моментов. Во-первых, это инерция и очень мощное российское лобби на Западе, которое на нефтегазовые деньги создавалось очень долго, очень плотно. Это и политики, и журналисты, и целые СМИ, и общественные организации всякие. Германия, Австрия, Франция, Угорщина. Они работали во многих местах, и они по-прежнему, несмотря на то, что высылают дипломатов, скрывают разведсети, несмотря на общественное мнение, которое на стороне Украины, они продолжают все равно мешать.
нерешительность некоторых партнеров тоже имеет место. Ну и ключевое отношение к нам определяется ситуацией на поле боя. Нам на самом деле за полгода до войны начали уже кое-что поставлять. Но что нам поставляли? Стрелковое оружие, БК к стрелковому, джавелины. То есть все, что подходит для партизанской, или чтобы было, ну, более понятно, диверсионной деятельности. Потому что современный партизан — это и есть диверсант. Это не бородатый дядька в телогрейке с винтовкой. Это увешанный всякими приблудами, с хорошей аппаратурой, с хорошим стрелковым оружием диверсант. Нас готовили к войне к диверсионной. То есть они рассчитывали, что минимум пол Украины, включая Киев, будет оккупировано. И мы будем воевать как украинская повстанческая армия, партизанскими отрядами. Подрывать колонны, там, наносить удары по объектам, совершать короткие рейды и опять уходить. Для этого, да, для этого нужны джавелины, для этого нужно стрелковое оружие. А артиллерия партизанам не нужна. Но когда у России не получилось захватить Украину, как они говорили там за тыждень, когда мы дали им отпор на поле боя, удержали позиции, отбросили их от Киева, все партнеры осознали, что война будет позиционная, война будет наступательная, оборонительная. Но это не партизанская, это война армии. И в этом ключе нам стали давать и САУ, и танки, и хаймерсы, и будут и самолеты. Просто для этого мы должны убедиться, что мы реально способны побеждать. Победителю, будущему победителю. Ну і Росія буде в ізоляції, ми в це віримо, і наша дипломатія працює в цьому напрямку. Зокрема, ми бачимо, що Путіну вже не раді в Південно-Африканській Республіці, куди він був раніше запрошений. На вашу думку, то що, вже не буде цієї поїздки? Звісно, не буде. Вони його посоветували не їхати туди, тому що вынуждены будуть його арестувати. Я по этому поводу сегодня даже написал несколько слов, сказал, что, дорогие россияне, все, Путин будет выходить по видеосвязи, потому что ехать даже в ЮАР на саммит БРИКС, которым он так гордится, нельзя. Его хозяева говорят, не едь, потому что арестуем. Поэтому берете толковый словарь, открываете на букву «У» и ищите слово «унижение», что оно означает. Ну или Google, если он в России еще не запрещен, тоже могут посмотреть значение этого слова. Зрозуміло. Дякуємо вам, Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець підрозділу ХОРТ та політолог в мирному житті, був разом з нами на зв'язку.